В актовом зале администрации Каспийска прошло совещание с руководителями управляющих компаний ТСЖ и ЖСК. Заседание проходило под руководством начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Каспийска Мурада Аликберова, заместителя главы города Руслана Мирзимагомедова и представителя общества «Газпром распределение Дагестан» Магомеда Бахмудова. Первой темой встречи стало информирование жильцов многоквартирных домов о необходимости заключения договора на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования. Далее были подведены итоги подготовки к отопительному зимнему периоду 2024-2025 в соответствии с планом-графиком. Также обсуждались недочеты в работе управляющих компаний по подготовке к отопительному сезону. С ресурсоснабжающими организациями обсуждался вопрос получения ордеров на проведение земляных работ в черте города. Другими словами, необходимо получить разрешение и собрать необходимый пакет документов. Подводя итоги заседания, было отмечено, что в Каспийске за текущий год проделано немало работы, в том числе замена 17 теплообменных бойлеров. Как сообщили в УЖКХ, в городе и далее планируется замена старых инженерных коммуникаций. Отметим, что подобные заседания планируется проводить ежемесячно.